быть благодатным для других. И с первого, с кого нужно начинать, с наших родителей. Поэтому ни аклом, ни наклом, ни Кураном, ни Сунной, ни разумом невозможно делать добро, благодать дальнему, а близкого забывать. Невозможно делать добро соседу, а забывать маму и папу. Поэтому начинать с первого, с кого, с родителей. И в Коране многие аяты побуждают нас это. «Хамалят уммуху курхан, ва вадаатху курха». Его мама носила его со трудностями и родила его с трудностями. «Хамалят уммуху вахнан аля вахн». Мама его носила с тяжестью. «Анишкурли вали валидейк». «Благодари меня и своих родителей», говорит Всевышний Аллах. «Ва фи хабиру сахи», достоверном хадисе, пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Уммук, сумма уммук, сумма уммук, сумма абук». «Твоя мама, твоя мама, твоя мама, потом твой отец». И клянусь Аллахом, не будет бирром, не будет хорошим отношением по отношению к маме, скажем, к папе, если они нас зовут: «Сынок, иди сюда», и ты идешь, и что-то они тебе поручают сделать, и ты думаешь, выполнить это или нет. Это не бирр, это неблагое отношение по отношению к родителям. Поэтому ты должен запретить им, чтобы они тебя спрашивали. Мы должны, братья, стараться по глазам прочитать, что хотят наши родители, перед тем, как они у нас спросят это. И все это мы делаем не потому, что это наша мама или наша папа, а потому, что Аллах нам приказывает это. Тем самым мы хотим довольствия Всевышнего Аллаха, субхану ва тааля.